У Александра и Софьи футболки разного цвета, но одного фасона. Заказывали вместе. Девочки учатся в одном классе, подруги в жизни и соперницы на воде. Соревнуясь, помогают друг другу улучшать результаты. София переехала в Анапу из Москвы чуть более года назад. Там она ходила заниматься в один из лучших бассейнов. Не хуже. Но мне здесь больше нравится. Здесь потому что дружнее немножко. Александра занимается плаванием 6 лет из 13. Для нее это уже вторая всероссийская спартакиада. Когда начались отборочные соревнования в этом году, уже была цель выходить на Россию. У нас тренировки каждый день, кроме воскресенья. Настроение нормальное, хорошее. Боевое, да. Анапчанки находятся в первой десятке из 40 участников основного состава сборной. При этом воспитанницы Виктории по возрасту только получили право на участие, то есть в числе самых младших. Я как бы реалистично ставлю свои им задачи. Вот. У них как минимум это выполнение кандидатов в мастера спорта на этих соревнованиях. Вот. Если получится попасть в призы, ну, значит будет здорово. Вот. Так как это уровень 16 сильнейших команд по России, которые отобрались с Саранска с апреля месяца, это будет сделать довольно-таки сложно. Вот. Но основные цели – это выполнение норматива кандидатов в мастера спорта. Для 13 лет это довольно-таки хорошо. По словам Дмитрия Клемера, то, что Анапу на крупных всероссийских соревнованиях будут представлять двое участников, само по себе показательно. Вместе с тем у девочек есть все перспективы для дальнейшего роста и улучшения результатов.